А сейчас новость, которая прилетела к нам из океана. Накануне инаугурации нового президента США ЦРУ рассекретило огромное количество документов начала и середины 50-х годов прошлого века. Среди более чем 12 миллионов страниц, опубликованных на сайте американской разведслужбы, есть и документы про Ставрополье, карты краевого центра, Пятигорска и региона в целом. Причем из отредактированных документов видно, что с источниками и картографией у ЦРУ было не все ладно. На весьма условное карте разведчики кое-как отметили баню, горком партии, прокуратуру и военные училища. Есть в документах и карта газового месторождения возле теперешнего Рыздвянова и много чего еще. В общем, прекрасный источник для любителей истории.